Хакасии вновь объявлен режим черного неба. Он будет действовать до пятницы 6 января. Это значит, что в Абакане и его окрестностях установились метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. При объявлении режима НМУ предприятия должны снизить выбросы загрязняющих веществ. Кстати, в последние дни декабря сотрудники Минприроды взяли пробы воздуха именно в период действия режима черного неба. Оказалось, что значительную роль в загрязнении воздуха играют автомобили. От выхлопных газов, припаркованных во дворах машин, концентрация бензопирена увеличивается почти на 70%.